Все, мы уже собираемся, выезжаем. 5 утра, все проснулись, всех разбудили. Еще один браслет. Один браслет у нас Киокушин Аквало. Еще Гриша выиграл Best Friends. Это у нас сухпайок в рюкзаке. И выезжаем. Мы все, выезжаем. 326 был у нас номер. А вы во сколько? Гриш, тебе понравилось? Хорошо? Еще приедешь? Так, теперь ждем на первом пути электричку. Ласточку. Но еще никто не едет. Да, едет. Да. Короче, не едем мы домой. Мы сели. Слава Богу. Нашли места, но опять против движения, да? Ну, ничего страшного, все хорошо. Едем. Так, мы уже в горячем ключе. И тут уже снежок. Сколько там показывают? Ну, плюс 4, но вообще минус. Это мы только с туннеля выехали, да? Минус 2 показал. Да, -2. Угу. Григорий уже тут перекусывает. Хлеб. Да. Нет, она так и не станица. Она когда-нибудь была наоборот, Гриш. Сначала станица, а потом уже. Здравствуйте! Ой, Виталий, привет! Ну что? Так что, обратно? Да. Мы на этой же электричке. Ого, тут ветер! Ну что, мы погнали? Да. А что у нас погодка, как? Ну, как-то там потеплее, там ветра просто нету. Да. Мама с новой сумкой. Да, у нас там воет. Дует? Да, воет. Мы едем уже все по Краснодару. Сейчас будет Аврора разобранная. Или какая она, интересно? Ну и что, сделай. Это не, скорее всего, сейчас кто-то выкупит, он как вот это вот здание. Да нет, этот же Галицкий будет восстанавливать. Ну вот и Галицкий. Ля, какая красивая была раньше. Так и в Сочи тоже на картинах мы смотрели, был такой кинотеатр, да? Всегда строили. Как и... Все, мы теперь на борщ едем со сметанкой. Привет, мой хороший. Что ты ждешь? Что ты ждешь, скажи? Пистолетик? Вот какой? Вот этот. Киокушин Кай. А этот мне попался. Угу. Тебе нравится? А мне покажи. А у меня такой пистолет. А у тебя какой? Обалдеть. Это вам магнитики. Где? Праздничный обед. Что, тебе даже еще пачки осталось? Как шведский стол, да? Да. Да, ну маме, да? А Гриша, ты будешь борщ? Так, мама закрывает глаза, мы уже дома. И что мне будет? Подогрей. Нифига себе, какой подарок. Это мне? Ой, пап, можно я попозже их поем, когда проснемся? А то мама так спать хочет. Какие красивые. Пиццу разогревать и накрывать, Гришуль. Покажи, что это? Отец. А где ты его взял? А это там имя пили. Мам, ты такие пробовала. Нет, еще. Начинаем заряжать. Вот такой пистолет, он стреляет резинками, да? Антош, снизу начинаем. Антоша уже понял, как. Папа, и представь, даже в номере у меня маленький телевизор был, там даже Cartoon Network есть.
дальше. Нет, сюда, не так, Антош. Это вот теперь мы проснулись, будем есть роллы. Вчера мне оставили, да? У вас вчера был праздник, Антош? Да, и мы маме оставили. Да, здорово. Мы маме оставили. Мы просто не смогли доесть это все. Мама. Мы выехали от Фастовых, но нас подперли, теперь не можем выехать. И вон там сзади какая-то женская, да, красная ж она? Да, красная. Короче, не можем теперь выехать. Ну, сигналим, и там сигнализации нет на машине, так что... Ждем. Так, все, мы уже домой приехали, выехали. Там женщина, и мы перегородили гараж. Ага, хотя... Что ты говоришь, Бериш? На ванну поставить. Ведро? Да, папа сказал занести сюда. Ага, ну ща. Ну поставь в котельную, наверное, Гриш. Это, вы... Перекрыли... Кому-то гараж, хотя там никакой не надписи, ничего, но, в общем, разобрались, все в порядке, какой-то птичек вылез. Сейчас уже будем спать, наконец-то, на своем месте, наконец-то. Я люблю, когда жарко в комнате, потому что маме было нормально в номере, хорошо, не жарко, но я же люблю, чтобы прям аж очень-очень жарко. Ну, даже помоги ему, пожалуйста, так что... Нет, Антон Сергеевич тебе поможет. В общем, на сегодня все, завтра будем уже... просыпаться, улыбаться и в работу включаться. У Гриши школа, все, каникулы закончились, все уважительные пропуски закончились. Начинаем работать, учиться. У Гриши скоро день рождения, у меня вечер встречи 3 февраля как раз на Гришино день рождения, поэтому не знаю, как у нас тут что будет. Давай я тебе помогу. Так что как-то вот так вот. Но я вроде бы иду на вечер встречу. Он там... А Грише на следующий год уже 10 лет юбилей, а в этом году 9 лет, поэтому решили, что я схожу. У меня уже, представляете, 15 лет. 15 лет, как я закончила школу. Я сама в шоке. Я хорошо спать. Все, да, спокойной ночи, сынок. Так что все отдыхать, все спать. Были у Фастовых, наконец-то дети с Кирюхой познакомились. Скажи. Большой лед. Какой лед? Я там это вот на ведре насквозь проледенил. Да, сейчас пойдет. Это что, у Рекса вода была? Да. Да, у нас там сейчас минус 5, но когда с таким сильным ветром ощущается, как будто там минус 12. Да, гляньте, мерзло, да? Да пусть тут, ну не надо его. Ой, я один раз и так кричу.